берегет. Я шаг держу это в голове. Ну ты его вот это не сделаешь. Ну, первый шаг вдоль линии. Я его держу в голове. То есть у меня траектория идет не просто по прямой. То есть я когда бегу, я во время движения делаю шаг. То есть Андрей что сделал? Смолов вот так же получил пас, вот так пошел. Да, вы должны ближнюю штангу. Первый, где бы вы ни были, сначала мяч к штанге, чтобы вы чувствовали эту штангу и от нее выходите. Важный момент. Это разминка, но это в то же время уже упражнение, чтобы вы думали. Вот, вот, то, что надо, ребят, то, что надо. В этом упражнении то, что надо. Ребята, понятно? И все, что вот сюда летит, пожалуйста, набегайте. Здесь можно ошибаться, здесь можно пробовать. Но тут же делайте вывод, пойдете вы на этот мяч в игре или не пойдете. Ты наладил, слышишь? Ну. Летел. Андрея, Матвея, и летит ворота, правильно? Про это говорит? Да. Вот именно ваши все подачи, когда Лун забивал, они шли в створ ворот. Я да. Специально бью. Так в первую очередь займи позицию по Андрею. Ну видишь, ты вот первый раз не успел. Второй раз не успел. Опять будет, лучше здесь останься. Здесь больше шансов взять. Потом там будут моменты, когда Андрей не будет доставать. Будет Моти бить. То есть по нему позиция. А потом уже, если пролетит, пролетит. Тебе претензий не будет. Но сначала вот эти двое. Самые опасные. Николаевич, конечно. Самое опасное, просто до него мяч не доходит. Что, Савельич, участвует? Нет? Нет. Разминочек? Нет, колено болит. Да, вы что, а что у вас? Вот что, с миниском играл. Где еще? Сейчас. В Турции? За ветеранов. Да, нет. А, да? За ветеранов. Ну что, немножко меня подвернул или? Ну, меня толкнул там один. Мужичок. Потом видео я вставили. Хотел бить, а он мне зацепил сзади, знаешь, как? Чуть так. Я думаю, вы его потом встретили, не? Это я доиграл. А он не доиграл. Ты по 8, поменьше, по 6-7 минут. 30-50 минут максимум. Окей? Поехали. Как у нас, да? И помень точно, друг! Да, 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 да! Хорош! Хорош! Раз и начинаем! Да, Дерох! Да, 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 ускорение до конца! Хорош, Кирилл! Ускорение! Хорош, Джорджи! Ускорение, Серег! Центр, Серег! Центр, Серега! Центр игра, Игнатов! И раз указание начинаем, Ильсад! Ускорение, Ильсад, ускорение, собегание. Да. 15 метров. Только, но идем, идем, идем. Ты примотай только там тебе. Ну да, в принципе, не позволяет много полноценно работать, смысл травмировать еще больше ее, потому что тогда пропустишь больше времени и на подготовку времени не будет, ну и можно усугубить. В принципе, поговорили с Валерием Георгиевичем, так что он сказал, да, как почувствуешь, что скажи, и снимем вот и все. Николаевич, очень интересная работа у тебя есть. Надо. Удобно было выйти в одно касание. И здесь то же самое, как бы некоторые зачастую принимают. А когда ты чуть-чуть отпустил, хитрый нападающий, может, тебя уже так и ждет. Есть такие, которые ждут.
такие вот, как он показывает пальцы. Я играл, когда можно было назад обедать. Я засел, я застоял. Шансов ноль. Начинаем, да? Все согрелись? Все согрелись, да. Погнали. Браво! Какой голевой дал. Хорош, Юра. Да нет, я вообще не прощаю. Юр, все, я не прощаю. Смотри. Юра, ты думал уже спас, да? Думал, все уже, команда выиграла. На вар посмотрели, офсайды правда. Да. Юра! Юра! Молодец, Юра! Народ, Дюпа. Или дает работу. Гильерме, ваму, каралю, тренау. Ой, давай, ты начинай. Я пока отдохну. Ты говоришь, да, смотри, я не намного. Дрова, конечно, хорошие. Не знаю, что кричал. Да? На всякий крикнул. Единственное, ты так играешь. Ну а Пирло, кто как бил? Пирло как бил. Ух ты. Ну все, Мотя, сейчас пойдут нормальные. Я думал, уже три осталось. Давайте как не подставить. Ладно. Ладно. Не попал мне. Вы считаете, что я в одно забил? Ну забей в одно. Еще раз. Все, больше тебе не будет поблажек. Все, готово, фокус, поехали. Высокие ребята, да? Я на видео видел. Нет. Не? Окей. Мы прям тогда будет. Бил шансик! Шансик как раз аж вперед пошел. Вот там, да, спасает, да? Даю себя проявить. На последней минуте вот так спасает. Хорош, Андрей. Хорош. Как я тебя остановил, ты мысль много выше поднимаешь. Ой, здорово! Снимал? Как тебе расслабили? Есть! Страха не должно быть, когда близко бьют. Спасибо. Спасибо. Все, правильно. Спасибо. А нам надо фото наш, четыре. Это вот футболисты играют в FIFA в игре. Вот их персонажи, вот их данные. Скорость, удар, передача. И мы вот их хотим подписать и разыграть среди подписчиков. Прикольно. В соцсети, да. Прикольно. А ребята скажут, правильно у них данные или нет сейчас.
7. Ничего себе, ничего себе. Я не подошел, чтобы меня снимали. Просто можно, могу я подойти? Смотри, смотри, как вот Джики все сделал скорость 80, нам интересно. Он быстрый. Это же хороший, да, считается? Ну, то... Какой ты быстрый, а? Не, он хорошо бежит. Мальта, помнишь, когда бежал с ним? Не смог убежать. Ты все сколько поставил скорость? Я не знаю. Кто быстрее, Джики или ты? Я. Джики! Ладно, спокойной ночи. Да, да, спокойной ночи. Вон, тут идет. Догонит он тебя или нет? Джей, нужно подписать, пожалуйста, для наших подписчиков карточку. Где-нибудь, вот. Может быть, вот здесь лучше? Во-первых, здесь 82 было. Бро, да. Что-то у тебя мало, нет? Или много? Будем добавлять. Скоро, а, и фотографию еще, фотографию сделать. Давай. С карточкой можешь дать ее на ручку? Какой ужас. Ага, спасибо. А кто быстрее, ты или Бакаев, по-моему? Кто? Ты или Бакаев, он серьезный. Что? Кто быстрее бегает? Такие вопросы не задавайте больше никогда. Просто я у него спросил, он говорит, что он. Ты даже знаешь, что такое. Интеллект и разум, наверное. У тебя больше что должно быть. Ин. Что такое ин? Что такое ин? Ну, реф, понятно. Интуиция. Реф — это разговор с рефери, правильно? Да. Скр — это скрытность. Да. Поздно ты позерся. Позерся? Ну, поздно. А где надо расписаться? Ну, где ты? Мне кажется. Зал бы так расписался? Не, он еще здесь забыл. Не, был бы сильный фильм, просто занят. Ну, если серьезно, ты согласен так с Кирилл или непонятно? Да мне все равно. скажем так, я бы, если бы я играл, я бы себя не взял. Сложно. А где играть? Ну, где-то, наверное, как хочешь, в принципе. Ну, хорошо. Володя. Защите нужно прибавлять сегодня концерт. Где защита? 31. 31. Что-то я, мне кажется, недооценил, да? Можно приписать еще. Он игры пропускает за карточку, отрывал.